обещали и сделали. 780 квартир получили сегодня обманутые дольщики. В Екатеринбурге завершили строительство самого крупного долгостроя региона – жилого комплекса «Первый Николаевский». Дом сдали с опозданием 8 лет. Многим покупателям все это время пришлось снимать квартиры, выплачивая ипотеку. Сначала у родственников пожили, думали, быстро-быстро-быстро, это должно было закончиться. Но когда это, ну, думаю, там, как нормальный строитель, полгода затянут и пустят в эксплуатацию. Когда полгода, год, два, я вам скажу, это напряжно. А сейчас можно съехать с съемной квартиры, наконец-то, в свое жилье. Строить жилой комплекс на улице Готвальда начали еще в 2010 году. Но, возведя дом на 30%, застройщик обанкротился. Все эти годы дольщики и пайщики ждали, когда объект передадут в другие руки. Нового инвестора чиновники смогли отыскать лишь в 2017. Дом достроили ударными темпами. Сегодня квартиры хозяевам сдали с чистовой отделкой. Теперь на очереди другие проблемные объекты. К счастью, их число в области с каждым годом сокращается. По плану правительства, в ближайшие два года сдадут еще 17 долгостроев. Свердловская область – один из немногих регионов, где вопросы дольщиков решают системно. Свести все наше законодательство воедино, сделать так, чтобы этот механизм заработал, есть сегодня только в нашей области. И здесь, безусловно, нужно это продолжать. Это как раз тот принцип, когда мужик сказал, мужик сделал – это не разные мужики.